Друзья, биткоин обладает удивительной способностью. Только о нем начинают забывать, как почти сразу же он гремит какой-либо новостью. 22 ноября был сильный упадок валюты, и в очередной раз ребятам из компании FTC удалось вовремя поймать феномен и извлечь из него сверхприбыль. Если и ты хочешь заработать на этом, но ничего не понимаешь в этом, как и я, то регистрируйся по ссылке в описании и инвестируйте в FTC, чтобы зарабатывать со 100 рублей 1,2% в сутки, ни во что не вникая. На данный момент все проверено и работает. Убедись в этом сам. Всем привет, друзья! Сейчас я покажу десятку только самых крутых и полезных вещей с сайта AliExpress. Обязательно досмотрите это видео до конца и примите участие в конкурсе на любой товар из этого видео. Все ссылки на товары, как всегда, в описании. Поставь лайк и поехали! Это яркие силиконовые колпачки разных размеров, которые надеваются на надрезанные участки фруктов и овощей, сохраняя их свежесть и сочность. Благодаря своей эластичной поверхности, они полностью покрывают поврежденные края помидоров, лимонов, яблок или киви. Такая конструкция помогает перекрыть доступ воздуха, притормозить процесс окисления продукта и обеспечить более длительный срок хранения продуктов. Размерная сетка состоит из 4 образцов, которые отличаются между собой диаметром. Каждый следующий размер продолжает предыдущий, так что для каждого фрукта и овоща наверняка найдется свое укрытие. Это кувшин со специальной подставкой, которая заставляет крутиться воду, как в торнадо. Естественно, торнадо возникает не магическим, а электрическим способом, поэтому волшебную подставку для такого кувшина придется подключить к сети. Но и в автономном режиме она сможет 2 часа создавать эффект стихийного бедствия в миниатюре. Но помимо созерцательной пользы, кувшин несет в себе и практическую. Движение воды оказывает благотворное действие на жидкость сразу в нескольких направлениях. Во-первых, вода так лучше обогащается кислородом. Во-вторых, в текучей воде не могут протекать многие процессы брожения и образования бактерий. Комнатные растения – это простой и недорогой способ украсить любое помещение, сделать его более уютным и красивым. Но даже самое простое растение сможет приковывать к себе удивленные взгляды всех, если оно будет посажено в левитирующий горшок. В отличие от простых моделей, он не просто парит в воздухе, а еще и вращается в разные стороны. Такой горшок является магнитным, то есть в воздухе его удерживают именно магниты, которые представлены в виде сложных схем. Находятся они как на дне самой емкости, так и на поверхности удерживающей подставки. Магниты активируются при включении устройства в розетку. Для того, чтобы двойной дверной замок не заклинил в самый неподходящий момент, механизму необходимо проводить периодическую профилактику. Смазка в этом процессе играет ключевую роль. Это графитовый порошок для дверных замков. Отличное средство для профилактического ухода за замками. Он без проблем растворяет лед, предотвращает повторное замерзание замков, защищает их от коррозии и смазывает. Также применяется для смазки резьбовых соединений и дверных петель. Эффект от съемки в формате 360 градусов был бы интереснее многим фотографам, но не все из них готовы отдавать внушительную сумму за такой смелый эксперимент. Объектив Viper является наиболее бюджетным решением для владельцев iPhone. По сравнению с привычными сферическими фотокамерами, данное приспособление является лишь насадкой с широкоугольной оптикой, располагаемой над стандартными камерами телефона спереди и сзади. Тем не менее, она позволяет получать впечатляющие сферические снимки, в том числе с эффектом планеты. Чтобы получить действительно качественные снимки, рекомендуется удерживать аппарат в неподвижном состоянии около 5 секунд. Все мы в детстве любили подшучивать над своими друзьями и близкими. И какими бы безобидными ни были розыгрыши, они всегда оставляли только приятные воспоминания. Однако, купив данный экземпляр, вы сможете подшутить не по-детски. Эта коробочка-сюрприз предназначена для безумных розыгрышей. Ее можно поставить на видное место, и когда ваш приятель увидит эту интересную коробочку, ему обязательно захочется ее открыть. А когда он откроет коробочку-сюрприз, из нее неожиданно выскочит противное насекомое. Ваши друзья будут в шоке. Это новая, полноприводная радиоуправляемая багги, имеет необычный кузов, подчеркивающий свою готовность бросить вызов пескам и грязи. Она выполнена в масштабе 1 к 10 и оснащена коллекторным электродвигателем и мощным рулевым сервомеханизмом, обеспечивающим отличную скорость и управляемость модели. Электроника модели защищена от влаги, что позволяет не бояться луж и грязи. Управление осуществляется с помощью двухканального пульта управления пистолетного типа. Модель полностью собрана и готова к запуску. Необходимо только дополнительно приобрести 4 батарейки типа АА для аппаратуры управления. Любителям побаловать себя роллами домашнего приготовления больше не нужно, изобретая велосипед, прибегать к помощи всевозможных подручных средств, потому что теперь для этого существует эта машинка.
Это удивительно эффективное и недорогое кулинарное приспособление из всех кухонных помощников, наверное, самое экзотическое и простое в применении. Машинка имеет абсолютно передовую конструкцию, дающую владельцу возможность приготавливать роллы практически из любых продуктов. В последнее время среди геймеров стали очень популярны очки виртуальной реальности, которые напрямую взаимодействуют со смартфоном. Это и не удивительно, ведь данная технология позволяет добиться эффекта полного погружения в игру. Американская компания очень давно работала над своим шлемом, и во главу угла здесь поставили не технические характеристики, а удобства, и не просчитались. Элегантный футуристический девайс весит примерно 610 граммов. Но весь секрет в том, как распределяется этот вес. Опорная дуга удобно подгоняется под затылок, обеспечивая надежную фиксацию. В итоге шлем плотно прилегает к голове, ощущается легче, чем есть на самом деле. Причем размер подстраивается и для детей от 12 лет, и для взрослых. Регулируется длина отголовья и вылет экрана, ближе или дальше. Шлемом можно пользоваться даже с очками. Навскидку можно перечислить десятки ситуаций, когда может потребоваться компактный раскладной стул. Его можно использовать для отдыха во время прогулок, в качестве данной мебели даже сидеть на таком в длинной очереди. Этот стул обладает телескопической конструкцией, раскладывается он подобно гармошке. То есть для этого следует потянуть за две его половины. Чтобы сложить его обратно, также не нужно прикладывать лишних усилий. Высоту стула можно выбрать самостоятельно. Для этого здесь предусмотрены фиксаторы. В сложенном состоянии он представляет собой шайбу толщиной всего 6 см. Ну а чтобы принять участие в конкурсе на любой товар из этого видео, вам нужно подписаться на канал, нажать на колокольчик и в комментариях написать, какой товар вы бы хотели получить. Как только тут будет 5000 лайков, я объявлю победителя в своей группе ВКонтакте. На этом все. Всем удачи и пока!